Итак, ребят, всем здорово, продолжаем. В прошлой серии убили эту тварь. Ух ты, что такое? Ух ты, мать твою. Что за огонек такой? Что за херню послал мне Джимен? Очередную. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, давай выпрыгивай отсюда, мужик, ну. Погнали дальше. Так, куда дальше? Ага. Да, с этой штукой, конечно, придумали прикольно. Очень даже. Интересно, они потом свои снаряды возобновляют или это так, на один раз? Типа открою все. Твою мать. Опа-на! Пулемет! Нифига себе, какая штука. Обалденно. Йо-хоу! Найс. Вот, ребята, мы и получили пулемет. Убойная вещь, между прочим. Так. Можно управлять, да? Управлять, конечно, можно, но убивать некого. Вообще. Что-то в яичках вообще ничего толкового почти нет. Ой, бля, чувак, за меня промахнулся. Да что ж такое, на тебе вообще. Пройти через этих уродов. Эти снайперы нас легко прижали. Мы пытались пройти скрытно, но они знают, что мы здесь, и просто что-то выжилимся. А эти суки терпеливые. Да, да, чувак. Блять, зачем я ящику не... А, стоп, 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 стоп. Отлично. Найс. Ну что, пойдем выжмем этих сук вонючих. Где они? Фу. О, вспомнил момент, кстати, да. Это снайпер? Так это не снайпер, по идее. И тут не снайпер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, не выходите, дураки, вы что вышли-то? Бля, вы еще сдохнете, блин. Заразы такие. Блин, мне бы какую-нибудь точную пушку... Так нет, ничего, ни хрена. Хотя вот эту появлению можно воспользоваться. Ммм, прикольная вещь. Так, давай-ка покормим его на гоп. Давай, как вкусно, да? Нихуя себе. Мамочки. Так, ты все еще жив. Так, ну-ка, стоп. Вот сейчас я слышу звук. Да-да-да, угу. Вот сейчас где-то снайпер засел, зараза такая. Для того, чтобы вытащить, не знаю, что надо делать. Давай, оп. О-о-о-о-о-о-о, тихо-тихо. Твою мать. Вот это да. Это все настолько глобально? Да что ж такое? Ах ты, сука, вон они где сидят-то. Ну, я думаю, с пистолета снимать их не вариант, их, как правило, надо снимать с помощью... топора, блядь. Ну, гранат, короче.
Это как... А, нет, смотрите-ка, можно. Это как в этом. В Half-Life 2. Хотя, по-моему, такое только в первой части было. То, что только с помощью граната снять. Да, блядь. Так, понятно. Уж гранатами здесь вообще не пользоваться. Ладно. На тебе щит, тварь. Спасибо. Спасибо за винтовочку. Приятно иметь с вами дело. Так, еще один снайпер должен быть. Правда, не знаю где. Где-то близко, зараза такая. А ну-ка, ну-ка. Бам, еба. Хм. Да, взрывать, конечно, здесь небезопасно. Валяется. Ну что, давайте попутешествуем в мирах, ребята. Хотя. Куда мы прибыли? Опять то же самое место, что ли? О, бля, уже по одним и тем же местам мотаемся. Это не к добру. Прошу принять вас целебную ванну. Ну давай быстрей. Это как у гусеницы, это не гусеница, а улитик, знаете, когда их в глаз так по глазу. Ну короче, трогаешь их за глаз, они тоже так. То же самое, ребята, то же самое. Подходишь так. Фу. Хи. Лоль. Погнали дальше. Так, где-то еще один снайпер должен быть. Бля, я только что принял целебную душу, чё ты? Тварь, блядь. Только что целебный душ принял. О, ты здесь? А почему я к вам телепортнулся? Тут же можно как-то ускоряться с помощью пулемета, да? Ого. Нифига себе. Вот очень странно, когда проходили спидрание Opsing Force, стреляли вперед и как-то ускорялись с помощью пулемета, а здесь. Я не знаю, здесь только можно назад ускоряться. Что за хрень? Фигня какая-то, короче, не знаю. Нет ничего. Что-то везде одни бочки валяются. Блять, ну какой же кошмар, а? Ну все, твари, я с пулеметом, бля. Иди сюда, детка. Вот тебе ёпта конфетка. На! Блять, помахнулся, тварь такая. Да что ж такое? Боже мой, а? Вы сдохнете когда-нибудь или нет? Да на, бля. О, бля. О, еще один снайпер. Так, отлично, валим. Сейчас там брось на меня опять нападет. Оу-оу-оу. Бум. Да стой ты, сукин. На!
Отстать от меня, твари. Блин, да что ж такое? Как он вообще эту парашу может рукой держать? Это же ужас. Как она его не кусает, я не понимаю. Мью, 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 мью. Мью, 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 мью. Мью, 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 мью. О, слушайте, мы сейчас в то самое место заходим. Это сейчас такое адское место будет, блин. Сейчас будут одни твари эти вонючие попадаться. Везде будет темно, ни хрена не видно, блин. О, да. И сейчас все это завалит. Ёб твою мать. Завалило, да? Че взорвалось-то? А, ну да, круто. Да. Ну все, ребята, приготовьтесь. Сейчас будет хоррор. О, видите, нас уже встречают. На. На. Чё, еще одна, что ли? Еще одна. Так, ребята, извините. Вам... Блин, а черт, он сдохнет. И тебе, кстати, тоже. Ужас. Ужас какой. Да, дофигища, конечно. Ничего не скажешь. Бля, почему они здесь копились? Еще не на поверхности. Охренеть. На, прикольная музыка. На, бля. Умри, умри. Гаечный ключ тебе в пень. О, ну-ка, я тебя сейчас сожру, тварь. Тебя сейчас твой сородич сожру, смотри. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, иди сюда. Да. Ну-ка, иди сюда. Так, понятно все. Тогда я тебя просто обработаю гаечным ключом или ножом. Ух ты, ёб твою мать. Ладно. Скажи прощай, сука. Интересно, сколько такой вот одной мини килограммов бомбы. Просто вот очень интересно. О. А это что такое? Что за ошметки Ксена? О, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Разрешится присосаться к вашей жопе. Ой, мать твою. Блядь, сука, отстань. Уйди. Умри, уйди. На тебе в щи. Значит, когда ее убиваешь, так понимаю, она рассеивается, типа, и какой-то заряд издает предсмертно, так сказать. И тебя, соответственно, тоже убивают. Какая-то она больная, что ли. Ну и сколько этих тварей еще здесь? О, кого я вижу? Вот тварь такая. Меня попала, а я в нее нет. Теперь она готова. Да я сейчас тоже буду готов. Бух, бух. Приятного аппетита.
Вот радует животину, да, кормишь, и она потом это изрыгивает. И тебе приятно, потому что она как оружие, ей тоже покушать приятно. Круто, да? Вот такой союз между человеком и какой-то неведомой херней. А, да-да. Ну, давай дохни. Да сколько вас здесь, твою мать? Бесконечно, что ли? Блять, тварь такая. Ну-ка вон, блять, от меня. Бля. Да, слушайте, они их бесконечно спавнится. Твари такие, а ну-ка вон от меня. Интересно, откуда они спавнятся? Как красиво сделано, а? Как профессионально, а? Вы посмотрите. Да уйди ты от меня, блядь. Видите, они прямо с воздуха, бабам. Ага. А, то есть они не из воздуха спавнятся, а оттуда прискакивают, да? Ой, а чё, себя что закрыл? Ну, заебись, чё. Всё? Это моя камера смерти. Это мой гроб, ребята, понимаете? Все? Нету никакого сталкироваться. А, вот можно открыть. Ну, так они, получается, тоже могут повернуть рычаг своими зубами. Да, что ж... Короче, вы меня достали, твари. Блядь. Че ты что такое? Все, оставайся там, сука. Убегаем, убегаем. Все, все готовы. 19 хп, а? 19 хп, бля. Да что ж такое, твою мать? О, прелесть какая. Вот так вот избавились от одной большой проблемы. Бля, да сколько вас здесь? Оу-воу-воу, тихо, блин. О, как раз можно пока переместиться в Ксен, ради прикола. Ой, блядь, да что ж такое? Так, короче. Добиваем этих тварей и убегаем в Ксен. Где? Девять пуль осталось, а? Твою же мать. Так, ладно, погнали в Ксен загоняем. Может, что-нибудь найдем? О! О! Знакомое место, ребята. Место из первого Half-Life, ребята. Место из первого Half-Life. Это когда, помните, этот начался каскадный резонанс. Мы сюда попали. Удивительно, что нас тогда никто не убил, кстати. Удивительно. Да и сейчас, в принципе, никто не убивает. Почему-то, не? Не убивают? Слушайте, а почему они такие дружелюбные? Это, наверное... Бля, какие же... Я вот не знаю, либо разрабы такие ленивые попались, бля. Либо скрипты не сработали, ни хрена. Слушайте, походу, разрабы попались такие ленивые, потому что они перенесли карту, да? Место, вернее, с первых Half-Life. Они же там нас нападали. Они здесь нападают, потому что они скрипты не убрали. Твою мать, какой кошмар, а? Какие же ленивые разработчики, ужас. Вот эта параша должна летать, кстати.
Да. Да, беда, беда. Ну, разработчики, конечно, дают, пипец. Там где-то хиткраб, кстати говоря, еще сидел. Вот здесь, по-моему. Почему они нас не атакуют? Может, в натуре скрипты не убрали? Потому что они должны нас атаковать, но не атакуют. Может, все-таки противник? Или кто мы? Пища? Даже если пища, это уже значит как противник. Блять, туда можно забраться вообще или как? Ага, можно. Только толку никакого вообще абсолютно. Да. Где целебный этот пруд? А, все, лечимся. Вы тоже лечитесь? Ну, я смотрю, вам полечиться надо. А то у вас совсем с зубами все плохо. О-хо-хо. Тут как-то лазер еще включается, по-моему, не? А, нет, нет, нет. Да. В общем, разработчики прям вообще пипец. Карту перенесли. Хотя, может, они нас не атакуют, потому что они типа тоже лечатся или что-то типа того. Им попросту не до нас, не знаю. Непонятно пока, короче, логика разработчика. Ну, зато хоть вылечились. Так, куда нам? Я вот забыл, куда... Ага, нам туда. Четыре искры из стены идут. Куда я иду? А, здесь, кстати говоря, есть какой-то тайничок. Что-то там немного хлама всякого валяется. Вот только я не помню, где он. Но я помню, что здесь можно как-то набрести на какой-то тайник. В этой вот жопе. Не, нельзя. Че, еще один такой же? Ой, а че, ребенок что ли? Ой, смотрите. Это ребеночек, походу. Извиняюсь. А у тебя еще не выросло, да? Для того, чтобы потом электрическим зарядом под конец смерти херачить. Ну да. Ребята. Детки. Дитё. Дитё, бля. Так сказать. О, еще одно дитё бежит. Школота набегает. Че такое, кто? О! Это Шепард, эй, отходи, я отрежу его! Нужна твоя помощь! Спасибо, спасибо! Дорогой друг, о! Рад видеть вас, Шепард! Там черт знает, что творится! Эти существа лезут прямо из стен! Расстреливать их бесполезно, они лезут в лес! Я слышал о какой-то большой танке, там есть люди! Туда нужно прорваться. Нам вам хуже не будет, это точно. А им может понадобиться наша помощь. Ясно. Ладно, ребят, давайте, пожалуй, закончим на этой, собственно, серии, на этом моменте. Понял. В общем, всем пока, удачи. Потом продолжим. Ждите новых серий. Всем пока.